От лица Института правительства рада приветствовать всех участников вебинара проекта «Смотреть, читать, развивать». И с удовольствием хочу представить спикера данного вебинара, модератор и фасилитатор стратегических сессий, бизнес-тренер, профессионал в корпоративном проектном и операционном менеджменте и HR Роман Дусенко. Роман, передаю вам слово. Я надеюсь, вам видно мой экран. Я надеюсь, видно ту презентацию, которую я для вас приготовил. Итак, сегодня мы будем говорить о непрерывном развитии. Тот путь к успеху, который поможет вам его действительно получить. Но есть один такой важный нюанс. Это событие в жизни каждого, которое может произойти. А может не произойти. Объясню почему. 2 часа, которые здесь, можно действительно активно поработать. Можно включиться и получить действительно пользу. А можно просто отключить камеру, включить звук, может быть, даже и заниматься своими делами. Выбор каждого. И выбор это твой. Потому что на самом деле все, что сегодня будет происходить, мы сегодня с тобой на «ты». А это значит, что это твой вебинар, как будто мы с тобой только вдвоем. И с этого момента, так как мы с тобой вдвоем, и это твой вебинар, начинается твоя зона ответственности. Ответственность за то, прослушаешь ли ты его или действительно получишь что-то для себя важное. Прежде чем я начну, я хочу, чтобы ты приготовил листик бумаги или блокнот, маркеры. А так как мы будем 2 часа, я бы рекомендовал тебе еще и немного взять воды. Для того, чтобы тебе было комфортно запоминать или вообще размышлять то, о чем я буду с тобой говорить. 2 слова расскажу тебе, почему меня выбрали и на каком основании я вообще выступаю перед вами. Это мой телеграм-канал. Если тебе будет интересно, подпишись. Меня зовут Роман Дусенко. Я много лет занимаюсь тем, что помогаю компаниям и людям находить свои цели. До этого я был предпринимателем, я работал в банке, возглавлял несколько российских банков. Если тебе будет интересно, ты можешь погуглить и найти информацию обо мне. Но последние 10 лет я занимаюсь именно разработкой стратегий личных и стратегий компаний. Провожу обучение и консультирую компании. Итак, сегодня это твои 2 часа, которые мы с тобой проработаем. Да, это моя ответственность сделать так, чтобы тебе было интересно, и чтобы у тебя были результаты, связанные с тем, что ты прослушаешь. Но и моя ответственность, чтобы дать тебе полезную информацию. Надеюсь, что никто не оставил кипящие задачи, поэтому предлагаю вам мобильный телефон убрать. Просто перевести их в авиарежим. Ничего с тобой не случится, поверь мне, что 2 часа ты спокойно проживешь без телефона. Ну что, попробуем, полетели? Действительно, у нас с тобой будет всего 2 часа. 2 часа – это совсем мало. В целом, средняя моя программа длится примерно несколько месяцев, а подготовка к стратсессии занимает и, может быть, больше. 2 часа – это время, чтобы тебе прислониться, почувствовать, наверное, ту какую-то информацию, которую ты бы хотел получать. Но для меня эти 2 часа – это возможность достучаться до твоего сердца, возможность достучаться до тебя, возможность, что кто-то из тех, кто сейчас здесь, действительно может что-то унести с собой – и жизнь твоя может измениться. Ну что ж, еще о чем я хочу попросить тебя, чтобы ты попытался быть здесь и сейчас. Да, 5 часов вечера, это уже возможно окончание рабочего дня, или ты уже дома. Попроси своих домашних, чтобы они тебя немного не беспокоили, чтобы ты дал возможность себе что-то узнать. Ты потом компенсируешь им их своей любовью, своим отношением, но попробуй сфокусировать свое сознание на происходящем именно в этом месте, именно в эту секунду, не отвлекаясь, не размышляя ни о прошлом, ни о будущем. Что тебе предстоит и что тебя ждет, это знакомство с самим собой. Возможно, ты скажешь, что за ерунда, как это так, я могу знакомиться с самим собой. Поверь мне, чем больше я живу, тем больше я понимаю, что каждый день узнаю себя с новой стороны. Как я и просил тебя, у тебя должна быть бумага и фломастеры. Попробуй сейчас ответить себе на вопрос. А вопрос этот, попробуй ответ на этот вопрос записать наверху своего листа, который блокнота или что-то еще. Зачем ты здесь? Зачем ты пришел на вебинар? Попробуй ответить. Для тех, кто хочет поделиться своими мыслями в чате, мы будем очень рады и почитать твою идею, что ты напишешь в чате. Итак, зачем ты здесь? Попробуй ответить себе на этот вопрос.
дам тебе 10 секунд тишины. Посмотрим наш чат. Нет звука. Для развития. Угу. Если кто-то отвечает для развития, это значит, что со звуком у него все в порядке. Итак, все ли в порядке со звуком? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Слышите ли вы меня? Картинка сейчас появится. Плюсик. Есть. Все, нормально. Плюсик есть, звук есть. Отлично. А вот вам и картинка. Зачем ты здесь? Это твой главный вопрос, на который ты, к которому ты будешь возвращаться весь наш вебинар. А мне бы хотелось, чтобы ты возвращался к нему и после. Потому что сейчас ты написал, если ты был честен сам с собой, и ты глубоко копнул в себя основную причину или, возможно, твою основную задачу, которую предстоит тебе решать в жизни. И, возможно, этот вебинар будет одной из частиц вот этого пазла, который ты сможешь сложить, чтобы это решение найти. Ну что ж, движемся дальше. Прежде чем мы начнем конкретно заниматься про саморазвитие, я хочу немного тебя настроить на то, что все, что с тобой происходит, все, что ты сейчас чувствуешь, все, что ты видишь, это есть твоя интерпретация. Что это значит? Нас сейчас где-то примерно там 50, может быть, больше человек. Это значит, люди с 50 интерпретациями происходящего собрались в одном месте. И моя интерпретация – это тоже еще одна. Интерпретация – это тот фильтр, через который ты смотришь на жизнь. Возможно, для кого-то жизнь полна возможностей. Класс, это твой фильтр. А наоборот, кому-то жизнь полна трудностей, препятствий, и это твой фильтр. Возможно, твой фильтр – так, еще один вебинар, еще один тренер. Явно говорит что-то, что мне не подходит. Классно. Ты видишь мир именно так. Но я попрошу тебя попытаться перестать оценивать, что тебе нравится, что ты сегодня услышишь, или от меня, или от других спикеров на других вебинарах, или не нравится. Твоя задача – попробовать принять ту информацию, которую ты получаешь, для того, чтобы она немного пожила в тебе, для того, чтобы, возможно, ты смог бы изменить свою интерпретацию. Почему нам важно менять свои интерпретации? Интерпретация – фильтр. Так вот, когда мы еще раньше ходили в кино, было, помните, может быть, фильмы 3D, да, мы приходили, надевали очки, один синий, другой зеленый, и живая картинка, всего лишь двухмерная, в какой-то момент начинала проявляться трехмерной, она оживала. Это значит, что ты видел то, что на самом деле другие не видят, и ты видишь по-разному. Я сейчас вижу одно, слышу одно, ты слышишь другое. Так вот, очень важно, чтобы твой фильтр, который ты создавал всю свою жизнь, это как бы ты через этот фильтр смотришь на эту жизнь. И жизнь твоя кажется тебе такой или такой. Конечно, если мы возьмем историю, то, наверное, на твоих очках вот этой интерпретации твоей жизни есть очень много разных мазков. Мазков своего детства, юношества, твоего студенчества, твоей работы, твоих побед, твоих неудач. И через все это ты смотришь на эту реальность. Классно, интересно, важно, но у тебя есть возможность поменять свой взгляд. Ты можешь снять одни очки и надеть очки другие. Это так называемые стереотипы, потому что все, что происходит в твоей жизни, любое событие, оно в целом абсолютно нейтрально. Но вдруг в тот момент, когда ты встречаешь это событие в своей жизни, ты начинаешь его интерпретировать, то есть описывать его для себя по-своему, окрашивать его хорошим, плохим или наоборот нейтральным. Но со временем, через какое-то время ты вообще смотришь на мир не на как событие, а на как все, что представляется тебе в твоем сознании. То есть ты воспринимаешь мир исключительно через свою интерпретацию. То есть через такую призму, которую ты смотришь на мир и ведешь себя только одним образом. Наша задача организаторов – дать тебе импульс, возможно, к изменению твоего поведения. Интерпретация – это картинка мира в твоей голове. Но я могу сказать по-другому. Интерпретация – это ты. И говорит с тобой о том, что все, что у тебя сейчас есть в твоей жизни, это твои интерпретации. А все, чего у тебя сейчас нет, это тоже твои интерпретации. Или то, чего у тебя сейчас есть,
это то, что тебе важно, а то, чего у тебя нет, это тебе не важно.